Симферополе и военный аэродром Бельбек в Севастополе. Люди вооружены в камуфляже. Они до сих пор не покинули территорию. А ближе к вечеру появилась информация, в Бельбеке захвачены взлетно-посадочные полосы. Любое движение самолетов прекращено. Неизвестные на контакт не идут. Кто они, не ясно. О ситуации разбирался Роман Бачкала. Эта дорога ведет к аэропорту Бельбек. До него остается буквально несколько сотен метров. Как видим, здесь появилось некое заграждение. Слышим звук работающих моторов автомобилей, судя по всему, военных. Сейчас попробуем разобраться, каких именно. Раннее утро, украинский военный аэродром Бельбек под Севастополем. Неизвестные перекрыли дорогу и никого не пускают. Ой! Стой, отойди. Я начальник аэропорта. А кто старший, ребята? Приказ никого не пускать. Я понимаю, но это аэропорт. Аварийная посадка может быть все что угодно. Там люди на борту. Обо всем в курсе. Наши люди работают. Сегодня утром здесь ждали несколько чартеров из Киева с делегацией украинских властей. Но все рейсы пришлось отменить. Ну так что мне делать? Ждать. Ждать? Ну пусть старший подойдет, я объясню все. Твою мать. Машины за машиной что-то привозят, но на разгрузку становится так, чтобы не было видно содержимое кузовов. Вооружены автоматами, камуфляж и говор русский. Откуда приехали, не говорят. Позже, когда начальник аэропорта все же попадет внутрь, выяснится. Нормальное военное подразделение. С техникой. Какая техника? В основном Уралы стоят. 10 минимум, как минимум. 3 БТРа, все. Я во всех суть это видел. А личного состава сколько? Ну там, как минимум, рота мне. Вооружены автоматами. Задача у них какая? Не допустить прилетов самолетов с людьми, настроенные воинственно и тому подобное. По отношению к кому воинственно? Не допустить никаких провокаций.